мой коллега, вот он, кто-то его навел, он съездил на автолан, рассказал. И вот после этого мы уже третий раз сюда приезжаем. Ну, во-первых, климат, мягкий климат. Во-вторых, лечение, конечно, эффективное лечение. Благоприятно то, что все же затормаживает и продлевает вот, возможность активно вести образ жизни. Зовут меня Валерий, фамилия Смолькин, я доктор геолого-минералогических наук. Кончил Ленинградский университет, тогда был Ленинградский университет, и занимался наукой 34 года в Мурманской области. И последние 13 лет я работаю в музее, в геологическом музее. Нафталан я услышал как раз вот первые годы моей работы, мой коллега, старший, он вот поехал нафталан. Ну, нафталан, я тогда еще не страдал ничем. Но вот это название крутилось в голове. И когда пришло время мне самому вспомнить, что есть болезнь суставов, и я вспомнил, что да. И я стал смотреть, у нас не так уж много в бывшем Советском Союзе таких курортов. И мой коллега, вот он, кто-то его навел, он съездил на Нафталан, рассказал. И вот после этого мы уже третий раз сюда приезжаем, примерно в это время с женой. Ну, во-первых, климат, мягкий климат, зима, все же вот, солнце. Во-вторых, лечение, конечно, эффективное лечение. Да. Благоприятно то, что все же затормаживает и продлевает вот, возможность активно вести образ жизни. Очень приятно приезжать в Азербайджан. Всегда даже незнакомые люди, вот их спросишь, всегда помогут. То есть такое встречное, да, вот доброжелательное, я бы сказал, что вот это нужно отметить. И мы с женой вот с радостью ездим сюда. Ну, вот я за то, чтобы больше рекламировать, больше пропагандировать, и не только в пределах, ясно, что ближайших, но и в России. Я думаю, что к вам будут приезжать. Не только ведь это сам двигательные аппараты, но и ведь другие болезни. И они благоприятные, поэтому я как бы за процветание. Спасибо большое, было очень интересно.